Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы играем сегодня в TMS, в Toilet Manager Simulator. Не знаю, какими путями меня сюда заволокло, давай поменяем немножечко громкость музыки на потише, и заставка меня очень смутила и порадовала, не знаю вообще, что так произошло. Обучение, добро пожаловать в TMS, наведи центр камеры на кнопку «Далее» и нажми «LKM». Используйте клавишу VSD для перемещения вашего персонажа. Я понял. Вы можете выключать телефон, нажмите клавишу назад. Возьмите телефон и кошелек под красной стрелкой на столе, нажав LKM. Хорошо, взял. Дальше что? Вы можете выключать телефон, нажав кнопку назад. Нажмите клавишу P для включения телефона. Сантехник, счет фактуры, занятость, опрыскивание, почтовый ящик, статистика. Угу. Если вы видите этот значок на правой стороне вашего экрана, то вам нужно в душ. Договорились, пойдем в душ. Щелкните LKM на двери душевой. Хорошо, я очень хотел посмотреть, как помылся мужик. Щелкните LKM на двери душевой. Это я понял уже. Теперь идите в гостиную, следуйте за стрелками. Пойдем в гостиную следовать за стрелками. Если вы видите этот значок на правой стороне вашего экрана, то вы голодны. Откройте холодильник и кликните на еду, удерживая объект в руке. Вы можете LKM использовать его и ПКМ бросить его. Ну, пойдем. Что там такое? Dance School. Возьмем вот эту вот ерундовину. Bean Meat. Ой, блин, не на ту кнопку нажал. Пожрем вот эту вот желейную хрень и пойдем. Господи, какой кошмар. Немножечко сейчас микрофон подвину поближе к себе, чтобы я как-то кажется, как будто я не в него совсем говорю. Так, и что дальше мы делаем? Мы делаем дальше... Вы можете включать и выключать комнатное освещение, включенный свет, выключенный свет. Короче, мы можем... Понятно, все, я понял. Выключить и, в принципе, это тоже закрыть. Можете закрывать и открывать шторы, выключить свет, следуйте за стрелками для обучения покупкам. Пойдем следовать покупкам. У нас очень заносчивый молодой человек, потому что его вот реально заносит. Именно в плане заносит. То есть он прям влево-вправо, он еле-еле поворачивает. Все, прям вот, как будто он, не знаю, трехметровый, и его на ветру носит. Городок такой тихенький. Так, здравствуйте, комфорт минус один. Девушка очень симпатичная, но я пришел к вам за товарами за каким-то. Нажмите кнопку «Далее» для обучения покупкам. Хорошо. Нажмите на товар на полу, на полке, он отправится на кассу. Нажмите на кассу и оплатите цену. Поздравляем с покупкой. Выберите товар, оплатите его, возьмите товар. Четвертая отмена. Внимание, если вы не хотите покупать товар, то нажмите на него справа от кассы. Шаг четвертый. Договорились. Следуйте за стрелками для обучения в туалете. А давай мы купим сразу. Что нам нужно? Вантус наверняка купить. Так. Так. Держи тебе. Ёршик, ну, по-любому нужен. Вместе с вот этой шваброй. Как бы, ну, прям железно нужны. Это тоже надо. Ой. Я просто нажал и перепутал кнопки. Туалетная бумажка тоже нужна. Вот это такая хорошенькая туалетная бумажка тоже нужна обязательно. И, естественно, нужно что? Нам вот это нахрен не нужно. У нас жрачки полные карманы. Отправить в туалет. И, естественно, вот это тоже отправить в туалет. Как иначе-то может быть? Пойдем купим туалет. Ни хрена себе, это наш офис, что ли? Red Line Pub. Здорово, девушка. Ну-ка, вот так вот. Смотри четко в меня. Спасибо. И что это здесь? И куда, и что я должен сделать здесь? Плитку потрогать? Я не пойму, что мне нужно-то. Вы можете хранить купленные товары в шкафу. В нем есть 4 настенных покрытия. Вы можете получить их, нажмите на стены. Войдите для получения информации о кабинках. Посетители приходят, если в кабинках есть умывальник, унитаз и дверь. Договорились. Проверьте показатель комфорта в приложении «Статистика» на вашем телефоне. Для его увеличения мойте полы, используйте освежитель воздуха и покупайте дорогие вещи. Ну-ка, что там по статистике-то? Кабинка 1, кабинка 2, кабинка 3, кабинка 4. Посетители вчера, сегодня, комфорт минус 1. Клар, Эвелин, Мэдисон, Лили. Хамлетс, Френдшип. Короче, ясно, ни хрена не ясно. Мы едем так, назад. Ну и что дальше? Доступность кабинок проверяется. Я понял. Идите в строительный магазин, чтобы закончить обучение. Пойдем.
Если ты не понял, то это еще обучение, как бы. Поэтому мы сейчас научимся, как играть в эту игрушку и как начнем зарабатывать огромные деньжища на унитазном бизнесе. Это просто только начало, ты еще не знаешь, что будет. Хотя я, в принципе, не знаю, буду я проходить или нет, я просто хотел посмотреть и поиграть вместе с тобой. Естественно, ты же мне писал, что попробуй поиграть, и было давным-давно, но я вот сейчас дошел только. Нажмите кнопку «Далее», чтобы закончить обучение. Помните, что для начала вам необходимо приобрести раковину, унитаз и дверь, наслаждайтесь игрой. Договорились. Что там нужно делать? Ну, сказали, что здесь есть, короче, цель какая-то в этой игре, и я так подумал, а чё бы нет? Чё бы нет? У меня есть целых $179, и я, наверное, на них могу купить аж вот такую вот ерундовину. Правильно? Правильно. Оплатил. Отправил в туалет. Это что такое? Отвертка. Класс. Отвертка мне нахрен сейчас не нужна. Мне нужна еще одна раковина. Я хочу много кабинок сразу открыть. Блин, а хватит мне на туалет, подожди. Туалет стоит 80, а это 20. Давай вот этот купим. Ну, потому что мы можем. Потому что я могу его купить. Естественно, я его и куплю. Ну-ка, что здесь за пороги такие? Ёб твою налево. Что это? Кошмар. А, отправить в туалет. И что там нужно? Дверь. Дверь, по-моему, да, нужна была? Или что? Погоди. А мне... Угу, понятно. Дверь. А дверь почем? Почем дверь, я говорю? Почему не пишут цену? А, вот. 20-40. Это обычные будут двери. Самые обыкновенные. Ни хрена себе. Ах, блядь. На кассу надо нажимать-то. Тоже мог подумать. Так, на тебе двадцаточку. И еще. Раз туалет. Раковина. Так, это сразу отправим в туалет. И дверь, естественно, еще одна. И получается у нас с тобой аж целых два туалета. Две кабинки можно сделать. Правильно? Правильно. Отправить в туалет и отправить в туалет. Погнали, посмотрим, что там к чему и почему. Узнаем, как это работает и как это делается. О, автобус, погоди. Что там за автобус стоит? Я так понял, мы на нем в отпуск поедем, потому что мне написали, что конечная цель этой игры — это отправиться в... Как ее называют? На отдых. Мужик, что делаем-то? А я могу сейчас прям поехать? Или я так понимаю, нужно каких-то этих людей набрать, чтобы уехать куда-то, да? Ну ладно, мужик, ладно. Ну, выпусти меня. Выпусти. Ну, хорошо, хоть не застрял в текстурах. Уже спасибо. Но пока что в городе здесь особо делать нечего. Я пойду к себе. Опачки, бомж Валера, привет. Привет, мужик, как дела? Неплохо, ты тот человек, который помог мне? Да, я... У меня есть общественный туалет. Можешь воспользоваться им в любой момент. Звучит здорово, спасибо. Жизнь меня знатно потрепала. Сначала лишился пальцев, а затем... Какие хоть, а пальцы все на месте? Немножко покоцаны, ну ладно. А затем и всего остального. Но надеюсь, что к тебе она благосклонна. Жизнь. А, бизнес хорошо купается, но стоимость электричества и воды слишком высока. А, я отлично знаю, как сократить эти расходы. Можешь мне рассказать? Да, но ты не думаешь, что сначала мы должны укрепить нашу дружбу? Ты хочешь кушать? Я так голоден. Было бы неплохо что-нибудь поесть. Мы теперь, короче, подкармливаем бомжа, чтобы он нам рассказал, как экономить на электричествах и на всем вот этом вот сопутствующем. Короче, ставим вот тут вот мужской туалет. Ставим вон там. Возьми. Ставим женский туалет. Короче, сразу, чтобы можно было двоих людей запускать. Обоих полов. И, естественно, повысить посещаемость нашего заведения. Культурного, хочу заметить. У нас чисто, прибрано будет скоро. И в принципе-то, вообще все здорово. Так, двери. А дверь можно, наверное, и не ставить. Че двери-то? Главное, вот эти не перепутать, женский с мужским, и все. А что там, кто что не видел вообще? Беда какая, блядь, двери. Фасоль. Пойдем фасоль покупать. Ой, мужик, как тебя жизнь потрепал. Фасоль, сейчас питаться будешь у меня. Суперсел маркет. Открывай. Фасоль, где фасоль? Фасоль в банке, ну-ка. А, я ее только что тоже сожрал. Мужик, мы даже питаемся одинаково. Подобрать.
Пойдем. Слушай, мягкая трава какая. Он идет с таким звуком по ней, как будто прям по ковру. На, жуй. Благодарю. Ну и чё? Можешь мне рассказать? Конечно, возьми отвертку и приходи сюда. Пойдем за отверткой. Обязательно пойдем за отверткой, как же нет? Надо было полы помыть еще там в туалете, потому что там все грязно какое-то, и туда, наверное, люди так и не пойдут, если... Эй! А! Где? Ёб твою мать. А, люди-то не пойдут наверняка в грязный магазин, в грязный туалет. Зачем им туда идти? Подобрание? Что? Там было написано подобрание. Вместо подобрать. Или у меня уже глюки. А, мне нужно пожрать и помыться. У тебя есть отвертка. Теперь подойди к электрощитку. Вот к этому, да? А что надо было сделать-то? Чтобы перейти на нелегальное использование электричеством и водой. Если придет полиция и заметит это, выпишет вам штраф. Вы должны будете оплатить его, даже если у вас нет денег. Достаточно нажать на щитки, чтобы вернуться к обычному их использованию. А я нажал на джамп. Ладно, давай еще разок. Да что ты будешь делать? Когда же нужно прыгать? Я что-то вообще не пойму. Да что ты? Да ну-ну! Ха-ха. Прошел, мать его. Закрывай щиток. Так, с водой что, то же самое? Гаечный ключ тебе нужен, твою мать. Так, а ты кто у нас? Ты не полиция? Это не полиция. А что, ментов должен буду искать? Или что, чтобы они ко мне это... здесь не заходили? Что у нас здесь-то? В туалет кто-нибудь ходит? Нет? Ладно, пойдем подмоемся, поедим. И продолжим, естественно. Как же иначе-то? Так, а где здесь вход-то в дом? Вот это, да, наверное? Нет. Где-то в этой стороне, я точно помню. Вот. Кто со стороны сбоку-то делает входы? Главное, чтобы полиция никакая не пришла, там мне штрафы не понавыписывала, и это самое. И все. Ой! Так, пожрали. Пожрынькали. Так. Идем мыться. Естественно, мыться. Как иначе-то. Пропустить. И погнали на работу дальше. Мыть полы. Потому что мы же все-таки теперь управляем целым туалетом. Туалетом. И, естественно, нам нужно содержать его в чистоте. И мало того, что в чистоте, так нужно делать так, чтобы в него люди ходили. Приносили нам денежки и все дела. Так, положить... Блять, а вон туда положить нельзя было? Ну, ты утырок, конечно. Ладненько, пойдем. Комфорт плюс один. Опа. Давай эту грязюк тоже отмоем. А то что мы как в говне ходим тут. Кто-то здесь ходил уже. Некрасивый такой, в ботинках своих грязных. Раковина. Раковины нет. В смысле нет раковины? Я понял. Твою мать. Эта раковина не просто так. Она к правому туалету. Все? Все. Твою-то налево. Кто бы мог подумать, представляешь? Представляешь, здесь раковины вместе с кабинками должны стоять, короче. Я все понял. Ну, может, бизнес сейчас попрет в гору. Сейчас как посетители-то пойдут ко мне, начнут как пользоваться моим общественным туалетом и будут деньгами приносить, или как они там, как здесь работает. Так, здесь вроде больше нет ничего грязного. А, кабинки, наверное, работают. Закрой. Закрой, говорю. Закрыл. Поставил. Взял. Угу. Закрыл. И положил. Пусть тут валяется. Так, люди, кто-нибудь?
приходите ко мне в туалет. Чего вы ходите тут мимо? Бомж Валера, пойдем. Пойдем, пойду, иду к тебе. Ты кто? Здесь не ходи, давай. Ты, наверное, мне будешь про гаечный ключ рассказывать. Да, но ты не думаешь, что сначала мы должны укрепить нашу дружбу? Ты хочешь кушать? Я так голоден, было бы неплохо что-нибудь поесть. Опять фасоль тебе, ёб твою мать. Сколько у тебя фасоль лезет? О, смотри, наверное, ко мне идут. Да? Да, ко мне идет. Ничего себе. Первый посетитель, можно сказать. Да, подобрать. Ой, бомж, бомж, бедный Валерка. Бедный Валерка. Сидит там. За моим туалетом. Мучается. Благодарю. Можешь мне рассказать? Возьми гаечный ключ и приходи сюда снова. Да я и так понимал, что нужно сделать. Просто Валеру жалко. Мне же там было написано на этом щитке с водопроводным, с этим счетчиком, что нужен гаечный ключ. Я предположил уже, что нужен гаечный ключ, чтобы еще одну мини-игру пройти и сэкономить на уже, собственно говоря, подобрайте написано. Собственно говоря, на как раз-таки на воде экономить будем сейчас. Да, экономия такая себе. Гаечный ключ, теперь подойти к другому щитку. Хорошо. Подошел. И что, здесь тоже такая же? О, моя любимая игрушка. Ну-ка, и что делать? Как играть-то? Подожди, а что я должен был сделать-то? А как я должен понимать, как я на них нажимать-то должен, эй? И что, и как? Вот так, что ли, да? Все? Все, понял, понял, принял. Короче, после того, как я нажимаю на вот эту, она начинает работать. Я лишний раз нажимаю и путаюсь постоянно. Вот, типа вот так вот. Раз, два, два. Раз, два. Все. Так? Так. Success. Угу. Все. Ну что, Валерка, ты можешь оповещать меня, когда увидишь полицию. Да, но ты же не думаешь, что сначала мы должны укрепить нашу дружбу? Ты хочешь кушать? Я так голоден, было бы неплохо что-нибудь поесть. Ты задолбал эту фасоль жрать уже. Ну скоро срать ей будешь. Валерка, бедный ты мой. Хоть газировки попроси. Так, а у нас там есть какая-нибудь деньжонка-то? Как ее собирать, деньжонку-то? Эй! Ко мне же вроде кто-то ходил, нет? Или я так и не заработаю ни капельки? Под нас ралит, смотри. А тут что? Тут вроде все хорошо. Ну-ка. Вроде даже унитаз работает. Почему тогда деньги мне никто не приносит? Досадно как-то. Ой, Валерка, Валерка, замучил меня уже, не могу, сил нет. Валерон. Фасоль, 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 фасоль. Другого слова, что ли, не знает. Подобрать. Короче, теперь Валера будет мне рассказывать о полиции и о всяких этих вот надзорных службах, о людях, работающих в надзорных органах, об их приближении. Благодарю. Ты можешь повещать меня, когда увидишь полицию? Конечно. Я хочу в отпуск. Найди водителя автобуса. За магазином Home Sweet Home стоит специальный автобус. Иди поговори с водителем. Хорошо, пойду поищу его. Так я с ним разговаривал уже. Понял, принял. Ну, пойдем. То есть здесь прям реально сюжет есть. Ну-ка. Здорово. Привет, мужик, как дела? Да неплохо, а у вас? Аналогично, но я хотел бы съездить в отпуск, пока стоят эти жаркие летние деньки. Скоро будет моя смена, но мне нужен минимум 5 пассажиров. Спасибо, понял, посмотрю, что тут могу сделать. Понял, 5 человек тебе нужно. И я уеду в отпуск. Классно, что я могу сказать? 5 человек и в отпуск. Круто. Круто. Бездомный, ты поедешь со мной в отпуск?
Я разговаривал с водителем автобуса, и мне нужно еще 4 человека. Подойди к школе танцев около дома и найди настенный плакат. У дверей школы танцев есть плакат. Написано, что там написано что-то о приложении. Возможно, ты заведешь друзей там. Хорошо, ты мне очень помог. Я пойду и проверю. Пойдем. Там я видел Dance of School. Из окна видно. А окно мое вон там. Скорее всего, где-то там оно и находится. Она, точнее, школа танцев. Она где-то вон там, скорее всего, да, находится? Потому что из окна... Подожди, а как я так... А, вот она, елки-палки. Плакат. Download and join the party. Скачать. С помощью этого приложения можно вызвать танцовщиц на домашнюю вечеринку. Вы можете следить за своими отношениями с ними и используйте приложение «Статистика» на телефоне. Класс. Занятость школа танцев. Войти. $50, евро точнее, за вызов. Ёпти, это что за игра такая? Что это такое? Это нормально? То есть я могу девушек себе вызывать на дом, и они, короче, будут у меня там танцевать, я с ним буду какие-то отношения еще выстраивать? Что за ересь? Что это такое? Я с ним в отпуск еще потом поеду. Какой капец. То есть мне нужно $50 на каждую. И не факт, что минимум. Ой, и не факт, что только $50. То есть наверняка гораздо больше. Потому что с ними, с каждой из них выстраивать нужно отношения. А следовательно, это не так все просто. То есть на каждую $50 минимум, а дальше уж как пойдет. Возможно, даже с одной из как-то с первого раза все получится, а вот с остальными-то хрен его знает. И получается, что мы будем тратить огромную кучу денег на то, чтобы просто-напросто с ними пообщаться, чтобы они с нами еще в отпуск поехали. Денег тоже нет. Досадно. Только поднасрали вот на пол. Смотри, вот. Чего? Ну-ка. Не дури давай. Угу. Сейчас статистику посмотрим, что там к чему. Просто я что-то как-то не особо понимаю, когда ко мне кто приходить-то будет. Так, в женский никто не ходит, я понял. О, здорово, проходите. А вы деньги мне отдайте сначала, у меня тут это, предоплата работает. А то как-то нечестно получается, вы ко мне зашли, посрали, а потом уже оплачиваете. А может не оплатишь вообще, ну? А я хотел с тобой. Эй. Блин, даже не подглядывай. Нельзя подглянуть. Вот это да, вот это... Как ее называют? Анонимность. Где там приложение статистики? А, занятость. Служба ежедневной уборки. Ищите услуги горничной по доступной цене. Пришло бы побольше людей, будет здесь туалетная бумага. А, ёб твою мать, туалетной бумаги нет, прикинь. Комфорт 9, кабинка кто-то. Было бы неплохо, если бы на двери появился знак туалета ВЦ. Договорились. 5-5. Пойду. За туалетной бумагой? А, туалет... Подожди, есть же туалетная бумага, я же покупал. Ну-ка. А куда ее надо повесить? Ее же нужно сначала, и это самое. Что, смывать, что ли, не умеет? Дурило, блядь. Больше людей придет, если будет распылитель. Что, мне за каждым смывать надо ходить? О, господи. Это уже ни в какие рамки не годится. Пойдем за значком Water Closet и пойдем за держателем туалетной бумаги. Наверное, он нам нужен, чтобы положить туалетную бумагу и, естественно, чтобы люди ей пользовались и ходили к нам в большем количестве. Угу. Water Closet тут, наверное, да? Или нет? Что это такое? Наклейки. Прочные напольные наклейки. Я думаю, что это то, но я не уверен. А где здесь держатель для туалетной бумаги? Есть он у вас здесь? Нет? А, вот он. Держатель туалетной бумаги. Держатель с полочкой для телефона. Во, вот это нам нужно. Вот это нужно. Ну-ка. Раз. И два. Хорошо. Ну, уберись, блядь. Отправить в туалет. И, естественно, давай напольную наклейку. Угу, отправь в туалет.
Наверное, хватит одного. Погнали, переложим, положим все, чтоб все красиво было, а что нет. Бомж Валера стоит, сторожит. Ждет, когда же к нам придут менты. Water closet. Комфорт плюс 4, ничего себе, как пошло-поехало. Так, а куда это нужно прилепить-то? Вот куда. А зачем там два держателя в одной кабинке? Два держателя в одной кабинке, это не слишком жирно будет. Он с двух рук что вытирается? Вы там чего? Ну-ка. Раз. Так. Два. Красота, красота. Элюча попрут, наверняка. А может, не попрут вообще. Так, мне нужна швабра. Швабра, чтобы протереть вот тут полы. Почему-то в мужском только гадят, блин. Мимо туалета, а вот в женском, по-моему, там не было такой грязи. Да? Да, не было. И вот как думай, так и думай. Ну и чё? Освежитель можешь пойти сгонять купить. Эй, иди ко мне в туалет сходи. Там бесплатно почти 5 евриков и готово. Можешь сгонять. Ну-ка. Где тут освежитель воздуха? Вот он. Раз. И, естественно, отправить в туалет. Два. Отправить в туалет. Погнали. Что-то больше посетителей, мне кажется, не стало с тех пор, как я поставил в наклейку Water Closet. Ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение. Денег, потому что здесь так и не лежит. Ой. Ого. Ни хрена себе. Ну-ка, где здесь еще надо побрызгать? Вот тут. Я понял, как это работает. Нужно везде, короче, этим освежителем побрызгать. И будет вообще всем все нравиться. Ну-ка, вот тут давай побрызгаем. Везде побрызгаем, у нас два тюбика целых есть. Почему нет? Да? Да. Вообще красота. Все будут довольны. Ну-ка, вот сюда вот поставь. Ну, где посетители? Почему никто не идет ко мне? Досадно, что-то ко мне только за целый пришло два человека. А после обновки вообще ни одного. Как-то это некрасиво получается. Ладно, пойдем поспим. И, наверное, что мы? Наверное, поспим, это факт. Да, хочу поспать. Я хочу пропустить ночь, чтобы днем ко мне начали приходить посетители. А то как-то не этого. Мне не нравится, что ко мне никто не ходит. Деньги я не зарабатываю. Я хочу танцовщицу сразу вызвать, чтобы прям... Угу. Так, моемся. Да еще раз помылся, молодец. Я питаюсь, как бомж Валера. Одной фасолью. Ой. Совсем это непростительно для нашей персоны. Но все-таки не этого. Не дураки какие-то. Обздим, как будто свиньи. Некрасиво, некрасиво. Так, ну и что мы здесь видим? Мы видим, что здесь никого нет. И денег хочу заметить тоже. И что? Я теперь здесь сижу? Круто. Ну, посидим. Что я могу сказать? Будем здесь сидеть. Радоваться жизни. Все дела. Не, ну это не весело вообще. Не, сидеть мы не будем. Где люди? Как привлечь внимание? Здесь вы можете окей. И что, я здесь могу? Окей? Я могу здесь сесть, может быть? Я даже сесть здесь не могу. Здесь вы можете. Ой, нет. Мы комфорт прибавляем только. Ну, давай посмотрим по статистике по нашей. Где тут буква П? Эй! А... В смысле, а где мой телефон? Я его что, забыл в дома, что ли, или что? Я не пойму. Серьезно, что ли, я его могу дома забыть?
Пойдем посмотрим. Я видел, конечно, что он рядом с кроватью на тумбочке лежит, но это же не значит, что он его не взял утром. Он что, совсем дурак? Кто же из дома без телефона выходит? Сейчас такое время, что без телефона... Ой-ой-ой. Без телефона нельзя выходить. Ой, дебил, ой, дебил. Представляешь, вышел из дома без кошелька и без телефона. Ой, блядь. Неизлечимый человек. Чего можно еще-то прикупить, чтобы прям ко мне ходили толпами? Потому что сейчас пока что ко мне никто не приходит. И я как-то этим не особо доволен. Мужик, смыл за собой? Ёб твою мать. Свинья ты. Больше никто. Пошел вон отсюда. Че ты держишь руки под водой? Оп, женщина. Здрасте. Поднасрали вы здесь, конечно, знатно. Смывать вы все за собой здесь не умеете. Денег давай, отваливай. 5 евриков. Всего-навсего. Елки-палки. Полиция рядом. Будьте осторожны. Погнали. Отверткой надо кликнуть, наверное, да? Или просто кликнуть? Наверное, просто кликнуть. Пойдем попробуем просто кликнуть, и потом уже... Угу. Все, нормально? Так и должно быть? Спасибо, дружище. Я тебе сейчас фасоли еще принесу. А где полиция-то? С какой стороны они хоть идут? Хоть как они выглядят-то? А? Где они? Это вот этот полицейский? Или что? Ты что, полицейский или что? Ты здесь ходишь-то? Иди отсюда, блин. Я так понял, да, это полицейский, но пока я не осмелюсь, наверное, включать заново. А, нет! Вон полицейский. А ты что здесь ходишь-то? Иди пописай ко мне в туалет, и все будет хорошо. Не переживай. Все наладится. Наверняка. А, возможно, и нет. Я же не буду утверждать. А то потом скажут, что я тебе сказал, а у тебя ничего не наладилось. А я в этом вовсе не виноват. Угу. Комфорт минус... А с чего вдруг? С чего-то вдруг комфорт минус один появился. Хрен его знает. Как оно работает. Э? Ой, девушка. Спасибо за 5 евриков. Так, ты у меня тоже ходишь, кто-то, нет? Нет, у меня больше никто не ходит. А это опять не смыл, небось. Что за люди? Я не пойму, почему нельзя смывать за собой? Чего там такого сложного-то? Нам нужен еще один унитаз. Это факт. Нам нужен еще один унитаз и еще одна дверь, и еще одна раковина, чтобы наши посетители увеличились в количестве. Угу. И нужно посмотреть приложение статистики, чтобы там написано было, что там к чему и почему. Почтовый ящик. Читай. Привет, менеджер. Привет, менеджер туалета. Мы приметили твой бизнес и хотели бы повесить нашу рекламу. Тебя согласен? 5 евро в день. Давай. Наверное, у нас сейчас комфорт упадет из-за рекламы, нет? Не будет такого? Сантехник? Нет. Занятость? Занятость? Нет. Опрыскивание? Нет. Статистика? Наверное. А что, посетители сегодня не пишут? Они, наверное, к концу дня, что ли, статистику подбивают? Или что? Дай побрызгаем этим освежителем. Не нужно брызгать здесь освежителем, говорит нам игра. И так все хорошо. Ну-ка, пусти меня. Пусти меня. Я хочу так посмотреть. Нет здесь ничего интересного. Никто к нам больше в туалет не ходил, не смотрел. И как бы делать здесь больше нечего. Скучная здесь, скучная игрушка. Даже вторые Dirt Simulator все всяко было интереснее. Ну, типа ты ходишь, тут, там хоть бесцельно бродишь, да, но все же ты... Здорово, мужик. Своя реклама идет. Все же там ты чем-то можешь быть занят. Написано на русском «касса». Ошалеть. Интересно, интересно. Как ты медленно перемещаешься?
А, это вот сюда реклама, наверное, Павло. А куда ты хочешь повесить рекламу? Куда ты идешь, я не пойму. Чего ты хочешь-то? Ты что, не любуешься, что ли? Не видел давно. Так, что у нас здесь? Хоть ты медленный кошмар просто. Просто кошмар. Ко мне, опять же, никто за сегодняшний день особо не пришел, понимаешь? Было всего 3 коллеги. Елки-палки. Сколько человек-то было? Ну-ка, статистика где? 0 посетителей. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это статистика, блядь, верная. Пойдем помоемся. Точнее, не помоемся, а поспим. Ляжем спать. Наверное, на этом закончим. Потому что, как бы, я так понимаю, эта игрушка, она не проходится за раз, за два. Она проходится достаточно долгое время, ну, хотя бы часа 4 в нее нужно поиграть. А у нас столько времени сейчас нет. Так что сейчас мы сгоняем в туалет в наш. Посмотрим, что к чему там. Хотите поспать? Нет, я же уже сходил. Возьмем вот это все дело. Поедим. Помоемся. Пропустим. И пойдем. 36 баксов у нас, евриков, точнее, на счете. И, естественно, нам этого еще недостаточно для того, чтобы нанять танцовщиц. Поэтому мы просто-напросто в тупом ожидании. Знаешь, в таком глупом ожидании. Просто ждем чего-то непонятно чего. Смывать здесь не нужно, нужно помыть пол. И все, в принципе. Давай помоем пол и попрощаемся. Вот тебе менеджер туалета. Вот так вот. Так вот и живем. Ну-ка, тут тоже ничего больше не нужно делать. Ну, давай на этом прощаться. Спасибо большое за то, что досмотрел до конца. Пиши лайки, ставь комментарии и увидимся с тобой в следующих видео, в других видосах. И пока.